Всем привет! Я в магазине Fix Price, Новотроицк, Советская 130. Кто не знает, он недалеко находится от Орска, между собой 20 минут езды на маршрутке или на машине. Такой набор. Набор для специй, две штуки. Вот таким образом он выглядит. И поворачивается между собой. Можно повернуть до конца. Я повернула не до конца, можно до конца. И эти вот тоже все видели, все знают. Такие наборы. Тоже из той же, наверное, серии. Емкость для хранения круглая, 2 в 1. Есть розовые, они давно здесь уже. И коврики. Да, это даже не коврик, это доска разделочная. Тоненькая-тоненькая. Тоже разных цветов. И розовые, и голубые. Игрушки. Смотрите, какая игрушка. Прикол с лизуном. Вот язычок какой-то высовывает. Плюс 6, 55 рублей. В ассортименте. Вот такой он внутри. И к нему идет вот такой лизун. Каким-то образом он, наверное, сюда засовывается. Потом нужно нажимать. Термопластичная резина. Гуаровая какая-то камедь. Вода и глицерин. 6 лет. Да, туда заливается. Давайте посмотрим, какие еще есть. Вот какая еще есть. С желтым лизуном. Вот такая рыбка. И с синеньким лизуном. Все, у нас больше никаких нет, только такие. 55 рублей. Пистолеты. Попади точно в цель. Смотрите, какие приличные на вид, по крайней мере. 12 пулек идет и 2 мишени. 77 рублей. Смотрите, какой змей. Классный, с крыльями. В виде осьминога. С хвостом. С пленью. Сумки для смены обуви с фламинго. И не с фламинго. Всякие разные. Даже с бабочкой есть. И стоимость таких сумок сменных 55 рублей всего. Сшиты они очень хорошо. Прям неплохо. Такие веревки хорошие. Не знаю, насколько они послужат. Ну, нормальные, дешевые. Смотрите, какие наклейки. Светящиеся в темноте. Бабочки. Наклеить. Они будут светиться. Классные, мне кажется, вообще. Деткам маленьким. Игрушка-ракета. Нажмите на курок и запускайте ракету высоко-высоко. 55 рублей стоит. Ну, мне нравится. Еще есть такая зеленая. Смотрите, какие расцветки появились у рюкзаков с кроссовками. Раньше были там с мороженым, было на них нарисовано. Еще что-то, а это под кроссовки. Вот рекомендую. Качество очень хорошее. 99 рублей. Такая толстая ткань. Такая вот косметичка из клееночки. Намон. Ну так, ничего хорошего. Смотрите, какие наклейки в виде воздушных шариков. Они такие объемные. На любой вкус написано. Смотрите, единорог. Тоже как шарик сделан.
Вот такие вот такой единорог. Столько здесь наклеек, все разбирают. Для чего они нужны? А это 3D декоративная наклейка в виде самолетика. Видите? Здесь вот такие крепления в виде двухстороннего скотча. И вот такой вот самолетик. И вот такой вот дельфинчик со скрипкой. Пройдем по трикотажу. Опять трусики 58 размера, 99 рублей, 100% хлопок. Стамбул. Потому что я знаю, что больших размеров в экспрессе почти не бывает. И вот смотрите, какие еще есть вот такие расцветки. Расцветки, конечно, не особо хорошие, но есть. Смотрите, какие. 99 рублей. Детские майки. 100% хлопок. Размер 32 именно вот этот. И расцветочки есть разные. Я все их трогать не буду. Расцветки разные. Появилась юбочка с бабочкой. Это вот как эти лосины были, теперь такая же юбочка. Юбка детская. $28.32 размер. Тут, по-моему, еще какая-то расцветка есть. Работа, интенсивные тренировки, шопинг, вот какая. Я успеваю все. С активной формулой 24 такая. На 7 обеспечивает эффективную защиту. Это и сзади вид. Уверенность в течение всего дня. Три новых аромата. Две расцветки. Лосины детские. Размер 32. Хлопчатобумажные. Так, 92% хлопок. 8 эластан. Длинные. 99 рублей. Держатель для ювелирных украшений. У нас появилось 3 вида. Такой держатель и вот такой. Раньше был один. 77 рублей. Такие крючки самоклеющиеся. Такие красивые цветочки. И вот, смотрите, какого цвета. Опять новые конструкторы, вертолетик, 99 рублей. Такая машинка была, вот какая машинка, хорошая, яркие. Такой тоже был мотоцикл. Вот такие роботы, 55, робот 55 рублей, трансформер, превращается в машину, смотрите какой, недорого. Давайте посмотрим, какой еще есть робот. Вот какой робот. Это вообще в какую-то военную машину превращается. Вот. Тоже в военную машину. Вот так. Пазлы. Смотрите, какие котят. Разные пазлы. Собачки, котятки. Сказки. Большие есть. Очень много. Автомобильные украшения. Прикольные. Таких я еще не видела. Десятый номер. Футболист. На солнечных батареях. В отделе садоводства скоро будут поспевать яблочки. Плодосборник 16x16x22. Яблочки и абрикосы. Хоть что. Набор колец для подвязки растений. Мне кажется, на помидоры тоже нормально будет. 80 штук.
как пользоваться, конечно, я не знаю. Ну, кто-то знает. Разветвитель для шланга двухканальный, со штуцерами, с краниками. Разные, синий, желтый. Прохожусь немножко по садовым. Давно девчонки просят. Такая бечевка подвязывать тоже. Сетка садовая для бьющихся растений. Кстати, вот сетка — хорошая вещь. Угу. Мне такую надо. 2 на 5 взять, что ли. Под виноград, если. Не знаю. Взять, что ли. Столько хожу по фикс-прайсам и не знала, что здесь есть такая сетка. Я веревочки навязывала. А это что такое? Так, а это что такое? А это сетка садовая, 2,5 на 5, 4 колышка, 12 сантиметров. Это, наверное, на клубнику. Угу. Чтобы ее не кушал никто. А это лента для подвязывания садовых деревьев. 3 метра. Кстати, очень даже хорошо. Очень легко будет подвязывать. Я так думаю, наверное, от зайцев. А может быть и нет. Подвязка для растений гибкая. Тоже что-то для растений. Позволяет бережно закрепить растение на опоре, не повредив молодые побеги. А это потоньше подвязка. Давно мне надо было пройти. Я много чего хочу здесь уже. Надо же. Это тоже подвязка для растений. С отсекателем. Сразу раз и отсек. Типа проволочки, по-моему. Ну, не проволочка, но типа того. Это различные кустодержатели. Кстати, тоже хорошая вещь. Вот сейчас кустодержатель. Он для крыжовника маленький. Мне бы побольше диаметр можно было взять. Колышки металлические. Вот какие. Здоровые. Бамбук. Опора бамбук. А это что? Это подставка для клубники. Это мне не надо. Заборчики. Вот я, кстати, заборчик хотела, но белых заборчиков уже нет. Мне интересно было знать, сколько они стоят. Вот такой хотела я, белый. Так, забор садовый. Он, наверное, 50 сантиметров этот. Я хотела белый. Я думала, он метровый. Ладно. Смотрите, какая дощечка. Я добегу до забора за 2 секунды, а ты? И вот тоже прикольная собака, злая цепь китайская. Кому понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх и не забывайте о колокольчике. Совсем скоро уже будут новые видео. Пока-пока.